Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долго ли цвел, и сорван кем? Чужой, знакомой ли рукою, и положен сюда зачем? На память нежного ль свидания, или разлуки роковой, или одинокого гулянья в тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот, и та жива ли, и нынче где их уголок, или уже они увяли, как сей неведомый цветок?